Так, ребята, всем огромное здравствуйте. С вами, как всегда, Виталий. Я нахожусь в отеле Корендон Плая Кемер. Находится он в Кемере. Вот, поэтому сегодня я вам покажу обедик. Обед проходит в первом корпусе. Их два корпуса здесь. Вот, не входить вот, в пляжном, не вносить свою еду, свои напитки. Очень такая классная, приятная обстановка. В наборах, видите, есть такие вот мололки, мельницы с перцем и с солью. Вилочки, ножи в таких вот бумажных. Салфетки, мокрые салфетки есть. И на каждом столике есть соль, сахар. Вот, поэтому, если вдруг вы забыли сахарок взять с собой, например, где кофе сделали, то ничего страшного, здесь приносят вино, вино разливают, пиво здесь на месте есть, из алкогольных напитков все. Очень хорошо, смотрите, вот такая вот, возле каждого есть протереть, вот, например, что-то, есть салфеточки. Возле каждого вот такого, блин, как ее назвать, ну, неважно. После каждой подачи есть написано, что есть, что это такое и в чем, что это за вещь. Есть калорийность даже и все остальное. Ну вот, побежали по блюдам. Рис, всему голова, баклажаны. Здесь пюрешечка, не буду показывать. Там вот у нас, видите, вот картофельное пюре. Слева написано, справа лежит. Здесь у нас куриное сатэ. Вот такое вот сатэ. Дальше у нас... Здесь вот почему-то не написано, но я вижу, что это говяжья такая котлета. Типа рыба с грибным соусом. Да, такая будет нежная. Дальше итальянские лодочки из цукини. Ну, цукини в томатном соусе и сырком. Дальше у нас рулет из индейки. Вот так вот красиво выглядит. Дальше помидоры фаршированные, лимончик наверху. Красивая такая вот обстановка, посередине в овощи, вокруг вот там вот хлеб, там вот мелкие закуски. Дальше баклажаны, это у нас курочка жареная. Здесь из слоеного теста, вот не знаю, что внутри, компьютер уперли. Непонятно, что это такое. Лапша у нас с овощами. Вот такая интересная лапшица. Разноцветная. Лук-порей. Вон, с оливковым маслом. Дальше опять овощи. Это запеченная говядина с картофелем. Говядину выковырнули, что ли? Или не оттуда принесли? Здесь я вижу у нас сатэ из овощей с оливками и базиликами. Здесь больше преобладает тыква. Тыква, гречишка, кукуруза и отварная курица. Это диетическое питание, я так понимаю, так вот на краешке. Здесь у нас готовят вот такие пиде с мясом, фаршем и овощами, так, ну, с яйцами. Я вижу, из колбаска есть. В этом пиде офигенное здесь готовят. Сочное, такое тонкое тесто, вообще классное. Мне нравится, как они здесь готовят. Ну, реально понравилось, вкусно. Вот. Вот. Потом лепешки есть. Видите, есть и тонкие лепешки, типа лаваша, и вот такая лепешка, но она... Правда, у них почему-то сдобная. Ну, так есть. Вот такую сделали. Хлебушек разных видов. Видите, есть вот такой вот даже с какой-то с морковкой. Смотрите, наверху сколько кренделей разных. Хлебных, батоны, булочки. Вот, так, здесь у нас сладости. Это мы потом к ним вернемся. Дальше, что у нас еще из мясного и из горячего? Так, у нас есть вот такая вот рыбка на гриле. В центре здесь гриль жарят. Поэтому вот все, что вокруг центра,
центральной вот этой вот кухни. Здесь все у нас на гриле. Так, здесь у нас курочка и овощи. Курица такая яркая, такая конкретно такая зажаренная. Ух! Так, здесь пару человек, образовалась очередь, потому что сейчас будет выдача. Здесь кёфта, котлетки в огне, прямо все пылает. Так, пылает. Здесь у нас белый, черный перец, корица. Это пасту так готовят. Паста в огне. Паста в огне. Соусы мы имеем. Из соусов мы имеем барбекю. Будет у нас острый соус, потом чили кисло-сладкий соус. Вот еще острый. А, там будет томатный, но не острый. Дальше вот таких упакованных горчица, майонез и кетчуп. Вон курочку готовят на гриле. Вот так вот. И рыбка у нас тоже на гриле. Так, фри картофанчик. Такой не мелкий, хороший картофан. И опять картофельные у нас будут такие крокеты. Да, я угадал. Опять же целые рыбки такие маленькие. Смотрите, целенькие, красивенькие. Ух. Даже не знаю, что это такое. Пан... Что это за рыбка такая небольшая? Вот как раз к рыбке соус у нас тартар. Дальше это овощи в кляре. В кляре, я вижу, они делают там цукинию, цветную капусту и баклажан. Вот он кляр, вот оно масло. Ну, обед, конечно, обед, что хотеть. Так, рулетики. Это вот не знаю с чем. Походу рыба. Это курица, это лук запеченный. Это вот рыбка. Здесь двух видов. Такая свернутая, обжаренная. Здесь опять мясо. Здесь мясо. Здесь рыба. И вот внутри, видите, щупальцы кальмара. Рулет такой. Картофанчик на холодную выложили. Здесь опять какой-то рулет. Вот опять со щупальцами кальмара. Значит, рыбный будет. Вот так он выглядит. Здесь из лососевый такой паштет. Этот яйцо с колбаской. Ну и всевозможные вот такие вот закусочки. Сразу соусы к ним. Здесь было. Ну что, середина. Уже пришел с пол первого обеда. Я уже час 15. Поэтому уже 45 минут идет обед. Кое-что уже прихватили. Ну я смотрю, там уже начинают докладывать снова. Груши вот такие вот с соусом. Фаршированные мясом. Походу это яблоко. Там кабачок. Здесь вот такие капустнички. Здесь у нас тунец такой светленький. Нет, это может курица такая перемолотая с какими-то овощами. Вот здесь тунец. Здесь маринованные овощи. Каперсы. Пасты всевозможные. Дальше вот маринованные перчики. А, это горошек. Извиняюсь, не каперс, это горошек. Овощи. Я еще, честно, не пробовал. Буду пробовать, какие на вкус. Но на завтрак реально все вкусненькое. Так, неплохо на завтрак. Ну вот, ужинать тоже. Вчера уже поужинали. То и гриль вкусный. Вообще так, обед, у нас супы, суп из утки, такой прозрачный, хороший супчик, красивый. А здесь мы имеем йогуртовый суп яйла. Вот, видите, такой. Да, есть хлебушек добавить, такой вот сухой, есть большие мелкие кусочки, сразу ложечки. Не забываем брать, потому что на столах ложечек нету. Добавки, ну, полить в салате. Если вы будете собирать салат сами, то здесь есть у вас лимонный сок, оливковое масло, гранатовый соус, уксус, так, и йогурт, коктейли соусов мешают. Ну и посмотрите, какой выбор у нас зелени, а.
Обалдеть, просто горы, горы и нарезанных, горы и свежих, горы и цельных, и редиска, и перчики, и лимончики, огурец так вот тоненько, шух-шух порезан, есть просто огурец, оливки, соленья, вот это вот вкусненькие. Надо загуглить, как они называются, с языка свалилось, блин, не помню. Перчики, вот такой у нас горох, фасоль это вообще, фасоль, тручки фасоли маринованные. Ну и сыр положили, немножко оливок есть, сыры маринованные, маринованная капуста. Маринованные, соленые, вот такие вот, по-моему, соленые будут помидорчики. Еще разные разновидности сыры, капустки, маринованные перси, абрикосы. Ну и к супам, конечно, лимончик, сыр, два вида зелени, три вида зелени. Здесь я вижу мята нарезана, есть петрушка и укроп. Вот, ну что, пойдем дальше. Пойдем сладкое посмотрим, что у нас из сладостей. А из сладостей у нас вот такая стойка, куча всяких сладостей турецких. Вот так вот они выглядят, много, реально много. И вот и тыквы в сахаре, разные. Такая какая-то интересная, еще не пробовал. Ну вот. Потом тортики, пироженки. И вот такие вот у нас горы сладостей. Вот орешки. Да, вкусно шоколадные. Смакота. Ананасики, смотрите, как залиты сахарным сиропом, блестят. Так переливаются и говорят, съешь меня. Вот так это все выглядит. Так, из фруктов мы имеем сейчас персики, большие персики, зеленые сливы, опять персики, яблоки трех видов, зеленые, светлые и красные. Дынька вот такая. Арбуз что-то не порезали, был арбуз. А, убрали, был арбуз. Да, смотрел, что еще нанесут, наверное. Так, вот у нас апельсины и грейпфрут. Опять. Это типа персик, что ли, такой зелененький. Так, клубничка, груша, киви. Вот такие нектарины. Ну и к ним можно положить везде взбитые сливки есть и посыпать сахарной пудрой. Здесь же в ресторане на месте есть вино. Видите, холодное, красное. Вот вино именно вот такое. Ну, я попробовал красное, довольно-таки, ну, неплохое. Не сказать, что там супер, но вот такое, как для обеда, то довольно-таки неплохо. Ну, и вот вы на месте можете взять так напиточки. Есть, наливают вот так вот с бутылок сразу айран. Есть в пакетах соки и пиво. Здесь же кофе. Кофемашины все в ресторане зерновые. Поэтому кофе не порошковый, а молотый. Так, чайки. Чаи. А, вот они чаи. Вот видите, выбор какой чаев. Вот так вот. Ну и сразу есть заварочка. И сразу горячий. Так, лимончик сразу к чаю есть. Хорошо как. Ложечки, нормальные ложечки, видите. Вот в прошлом были палочки, здесь ложечки. Сильно отличаются, конечно, отели. Но вы, ребята, по видео будете смотреть, насколько отличия в отелях. Мне, конечно, оно заметно. Вот, с той стороны, сейчас пройдем во вторую сторону зала. Зал большой, видите, мест много. Убирают очень хорошо и быстро. Вот. Персонал много где вообще разговаривает на русском.
Ну, вот вторая сторона идентичная той, только здесь есть люди, а там не было. Ну вот, посмотрю, наливают вино. Есть все то же самое, да. Все то же самое. Даже есть какие-то, вижу, алкогольные какие-то напитки, есть. Что-то немножко есть. Что-то есть из крепкого алкоголя. Вот, не буду мешаться, потому что много народу, много людей. Ну что, можно сидеть здесь, где прохладненько, в общем зале, а можно выйти и на улицу. Но на улице это просто прекрасно. Дуют вот так вот вентиляторы, ветерок гоняют по всей стойке. Вот, хоть и прохладно, но вообще класс. Можно сесть, смотрите, какой вид. Это у вас обед, зонтик. Вот, видите, люди, выходите и обедаете. Кушаете, здесь можно уже курящим. Вот, и вы прямо вот на солнышке, а? Ребятки, ну это, блин, это ж ведь... Вот он где кайф, правильно? Вот это вот чил, я понимаю. Солнцик поставил, передвинул. И на берегу моря, прямо вот на берегу, ну куда еще ближе, да? Вот чисто только в воде можно. Смотрите, сколько мне еще всего вам нужно показать. А какой фудкорт, блин! А какой там фудкорт? Как я вам это все распишу? Вот он сам отельчик. Ну что, ребята, показал я вам обед. Огромное спасибо тому, кто меня направил в этот отель. И если вы из Литвы и хотите попасть тоже в такой отель хорошего такого качества, то заходите к моему другу, туристическому агенту Дэвидосу. Внизу есть все его контакты. С моим промокодом вам будет скидка на весь полностью тур 6%. А это, ребятки, совсем немало. Вот. Но что хочу я вам самое главное сказать? А сказать я вам хочу спасибо за то, что вы посмотрели это видео. До новых встреч. Ах, хорошо здесь, обалдеть. Всем хорошего отдыха, теплого моря, денег, машины, яхты. До новых встреч, пока.